Всем-всем привет! Спасибо, что вы посетили мой творческий канал DIY Art Project. Меня зовут Таня, и давайте продолжать создавать осенний декор. Но для начала я прошу вас подписаться и поставить лайк. Для этого декора нам понадобится какая-нибудь труба или тубус, вот как у меня, и жгутовая нить. Ею мы будем обматывать наш тубус. Чем больше витков, тем более аккуратная будет наша тыковка. Главное прежде не забыть вдоль тубуса проложить нить. Это нужно для того, чтобы наши виточки аккуратненько связать и как можно быстрее, пока они не расплелись. А когда вы снимаете виточки с тубуса, то лучше нанизать их на палец. Так вы все кружочки, все виточки удержите в кучке. И посмотрите, после того, как завязали эту веревочку, мы приступаем делать хвостик тыковки. Для этого я взяла вот такие соломенные трубочки бамбуковые и отрезала нужную мне длину для имитации хвостика, которую я буду вот таким вот образом просовывать посерединке. Все, тыковка в принципе готова. Осталось ее украсить. Для этого я взяла вот такие перепелиные, я думаю, перышки, которые я тоже внизаю посерединочке тыковки. И после этого, конечно же, самые любимые мои цветочки использую такие вот беленькие, миленькие, неженькие. Они мне очень нравятся. Особенно в сочетании жгутовой с жесткой нитью. Все, на этом наша тыковка готова. Но на этом мы не заканчиваем. Нам нужно сделать еще тыковку побольше. Тубус убираем и все виточки производим на руку. Но сначала я отмеряю длину нити по ширине своей ладошки, завязываю, чтобы она не спала у меня с руки. Посередине пронизываю веревочку, которой буду фиксировать все виточки. И вот таким образом накручиваю эту жгутовую нить. В принципе, все. Но виточков нужно сделать намного больше. Чем больше тыковка, больше виточков. И теперь мы завязываем это все той же ниткой, которую я пронизывала в виточке. Теперь расправляем и создаем хвостик декоративный. Для этого используется все та же бамбуковая трубочка. Ее мы тоже все так же, как и в маленьких тыковках, пронизываем посередине этой большой. И украшаем нашими перышками и, конечно же, моими любимыми цветочками. Вот и все, тыквы готовы, осталось эту красоту поставить на видное место, чтобы ваши гости могли обзавидоваться. Надеюсь, вам это видео понравилось, и вы поставите мне лайк, подпишитесь, нажмете на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, и мы увидимся очень скоро. Всем пока-пока!